Жителей села Усатова под Одессой много лет тревожит серьезная проблема. Высоковольтная линия электропередач проходит через жилые кварталы, прямо над головами людей, представляя собой серьезную угрозу их здоровью. Но нерешаемых проблем не бывает. 17 мая председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвейчук забил первую сваю новой опоры ЛЭП, которая строится в обход села Усатова. К этому важному для усатовцев дню областная администрация шла долго, но целенаправленно. Было выиграно более 40 судов, согласовано бесчисленное количество документов, выделено из бюджета свыше 90 миллионов гривен. И вот почти 2 года напряженной работы увенчались успехом. Областная администрация давала вам слово, и мы, я думаю, что, слава богу, его сдержали. И вот сегодня мы будем присутствовать в том, что эта линия пойдет в обход, и, скажем так, и действительно, даже то, за что вы боролись здесь присутствующие, простую вещь, правда, наверное, вас торжествует всегда, правильно? Дмитрий Кокшаров, Сергей Пархисенко, телекомпания КТВ.